В детской школе искусств прошел творческий экзамен. На сцене блистали юные танцоры. Педагоги решили отойти от привычного концертного формата. Хореографические постановки стали одной большой сказкой. Это как раз тот случай, когда слова не нужны. Юные танцоры поведали историю на языке танца. Спектакль поставлен по мотивам сказки «Оловянный солдатик» Ганса Христиана Андерсена. На сцене пришлось блеснуть не только хореографией, но и актерской игрой. Есть такой урок, как актерское мастерство. Там мы делаем разные комбинации с разными эмоциями, а в дальнейшем это нам помогает в танцах. Отделение хореографии в школе искусств самое многочисленное. Азы танцевального мастерства постигает сотни ребят. Сегодня их звездный час. Возможность показать результаты колоссальной работы за учебный год. Юлия Богданова – выпускница. Для девушки это последний концерт, оттого и волнительный. Она танцует соло. За годы обучения школа искусств стала ей больше, чем школа. Хороших друзей, умение работать в коллективе. Вот, ну это, наверное, самое главное. А вот у этих маленьких звездочек все еще впереди. Они только делают первые шаги на сцене. Пусть местами робкие и неуверенные. Только вот тяжелый творческий путь прокладывается именно такими маленькими шажками. Очень страшно там было танцевать в первый раз. И очень много людей было. Но теперь я нашла себе друзей, и мы вместе танцуем. Для меня это не страшно, наоборот, это весело. Дело в том, что на тебя любуются и смотрят на твой талант. Надо танцевать с улыбкой, надо все хорошо делать, надо быть подтянутым и всегда тянуть носочек. Можно положиться на плечо товарища. Можно, если ты забыл танец, можно спросить у друга. Вообще дети с самого начала, изначально они любят танцевать. А другое дело, когда это учится, и то есть нужно пройти какие-то основы, основы классического танца. Где терпение, где выдержка. Тяжелее, конечно, в этом плане. Заставить невозможно, потому что это идет все изнутри, от сердца, от души. Танец – это маленькая жизнь, насыщенная яркими эмоциями. На сцене ребята не вымолвили ни слова. Через хореографию им удалось поведать сказочную историю. И в искренности этого рассказа никто не усомнился. Юным артистам зрители рукоплескали стоя. Светлана Кель, Кристина Волкова, Евгений Садыков. Программа «Время местное».